Если волгоградские гандбольные команды показывают диаметрально противоположные результаты, то ватерпольные коллективы идут буквально нога в ногу. И женский, и мужской «Спартак-Волгоград» одержали в этом году по 8 побед. О подвигах представительниц слабого пола мы рассказывали в прошлом выпуске. Сегодня же поговорим о последних матчах мужчин. Команда Владимира Карабутова в конце минувшей недели гостила в подмосковной Рузе у местного «Штурма». В расположении красно-белых из сборной страны вернулись Иван Васильев и Тимур Шайхутдинов. Они, а также не попавший в заявку на матч со «Штурмом» Константин Киселев, 15 числа в рамках мировой лиги противостояли хорватам. Соперник «Спартака» никого в национальную команду не делегировал, а потому подготовка к отчетным играм более слаженная была у штурмовиков. Впрочем, разница в классе противников настолько велика, что такие формальности вряд ли могут сыграть хоть малейшую роль. Краснобелые оба раза буквально расправились с оппонентом. В пятницу волгоградцы уже к середине первого периода наколотили в ворота хозяев 5 безответных мячей. В принципе, на этом можно было остановиться. Но водное поло не бокс, остановки поединка ввиду явного преимущества одной из сторон здесь нет. К большому перерыву «Спартак» вел 9-2. Это позволило волгоградцам расслабиться и продолжать игру в режиме энергосбережения. Но даже в таком ключе красно-белые смогли нарастить преимущество и одержать итоговую победу со счетом 14-5. На следующий день команды сыграли еще более результативно. «Спартак» теперь поразил хозяйские ворота аж 20 раз, в ответ получив лишь 9 мячей. Разбросался в этот день Константин Шейкин, который огорчил противника целых 5 раз. 4 гола на счету Владимира Нежинского. Отметим, что спартаковцы по ходу этого матча преодолели гроссмейстерскую отметку в 300 мячей за сезон. Так выглядит первая пятерка бомбардиров красно-белых. Что же касается турнирной таблицы Суперлиги, то здесь по-прежнему царит равенство, которое, скорее всего, сохранится до конца регулярного чемпионата. «Спартак» и «Синтез», проведя на этой стадии все очные встречи, вновь могут столкнуться только в плей-офф.